В начале встречи детям напомнили о самых простых мерах безопасного поведения в лесу, на море и дома. Они уже понимают, что незатушенный костер в лесу грозит пожаром, что плавать нужно только с родителями, а дома баловаться с электроприборами и газовыми плитами категорически запрещено. После того, как спасатели показали ребятам оснащение аварийно-спасательного автомобиля, самые смелые опробовали работу ранцевой установки пожаротушения «Игла». За спиной у смельчаков были баллоны с водой и воздухом. И из пистолета они распыляли воду, которая подается под сильным напором, благодаря чему очаг возгорания можно потушить быстро и с большого расстояния. Все ребята примерили на себя альпинистские каски и шлем пожарного. В завершении кинолог показал детям, как четвероногий спасатель лабрадор Гера выполняет команду по поиску людей. Условно потерявшегося, спрятанного за лестницей, Гера обнаружила спустя несколько секунд.